Герман, сегодня мы продолжаем играть в Critical Missions. Опять посмотрим мультиплеер. Поиграем. Карта 2013. 15 человек. Сейчас мы быстренько загрузимся. Очень знакомая карта. Я думаю, многие ее знают. Кстати, все карты тут заимствованы из Counter-Strike. Ну, понятно, что такая. Просто копия его. О, сколько у нас человек. Сейчас попробуем кого-нибудь вынести. О, как-то быстро я закончился. На этой карте хорошо бы с ВП-шечкой уходить. Ну, в следующий раз. Почему в следующий раз? Вот сейчас. Оп, возьмем вот, да? Эта игра тем хороша, что можно закупаться даже во время смерти. Оп, одного вынесли. Еще одного. Почти вынесли. Меня ослепили. Сейчас посмотрим все виды оружия. Поиграем. ЦВП очень сложно целиться, на самом деле. Хоть она и аимится. Но, видите, как меня быстро вынесли. Очень приятно играть в эту игру. Графика может быть и не супер крутая, но пародия на CS очень даже неплохая. Так, давайте выберем, что мы выберем. Мы выберем дробовик. Как он себя поведет? Ой, 13 хп. Если ничего не сделал, у меня уже нет хп. Я уже труп. Ничего. Пробуем. Ну, на самом деле я его видел, не успел отреагировать. Давайте еще раз возьмем этот дробовик. Ой-ой-ой. Конечно, тут присутствуют лаги. Очень неприятные. В том плане, когда ты уже в укрытии спрятался, у тебя все равно отнимается хп. Это, конечно, неприятно. Ну да ладно. Я, кажется, двоих убил. Неплохо. И меня убили. Возьмем тогда UMP-45. Как раз-таки только это оружие доступно во фри-версии игры. Остальные, как я уже говорил, можно получить за просмотр рекламы. Выдаются на... Я кого-то убил. Выдаются на 24 часа. Что у нас еще есть? Ну, тут не так уж много оружия, но хватает. Сейчас посмотрим. Еще одно оружие. Потом гранатки и пистолеты с ножом. Тут присутствует какая-никакая физика. С ножом вы бегаете, конечно же, быстрее, чем с АВП. У каждого оружия есть свой вес, своя скорострельность, свой урон. Вот. Каждое оружие имеет свои преимущества, свои недостатки. Чаще очень быстро вынес его. Даже странно. Ну и меня быстро вынесли. Ну да ладно. Кстати, в этой игре, почему-то, я не знаю, баг какой-то. Ладно, пока с таким пистолетиком. Походим. Деньги тут вообще ничего не играют. Тут можно купить любое оружие, даже не имея вообще ничего. Вот у меня сейчас денег нет, да? Я покупаю спокойно.
М16, М4А1. Ой, куда он пропал? Сейчас мы возьмем бигл. Идем. Ух ты. Все в одной кучке все спавнится. Только я один. Ой, они все с этой стороны пошли. Тут есть обычная граната. Вот видите, игра у нас повисла. Вот об этих багах я говорю. Конечно же, очень неприятно, когда при выборе оружия у тебя виснет игра. Она не вылетает, но и как бы нажать никуда больше нельзя. Все, она повисла. Но это значит, что серию пора заканчивать. Спасибо, что посмотрели, тем, кто посмотрел. Подписывайтесь на мой канал. Будет интересно.